У нас вже є чарівна нова гостя Вікторія Махоян, власниця б'юті-салону. Ми тебе вітаємо. Здравствуйте. У нас вже який день з Ангеліною такі суто жіночі ефіри, навіть якщо приходять чоловіки. Так, на хвилин 10-15 говоримо ми про красу, про б'юті, про тренди. І в тебе також хочемо це все запитувати. Поїхали з того, що сьогодні, на сьогоднішній день, зараз цього літа в тренді. З волоссям які зачіски, який колір, можливо, фарбується в яскраве? Ви знаєте, скажу вам чесно, откровенно, що моєму салону вже 20 років. Вот. И каждый день у нас моя команда каждый день учится что-то нового. Я отправляю каждый раз их на тренинги. Сегодня, конечно, тренд сезона – это амбре. Это, вы понимаете, когда у девушки длинные волосы. Mm-hmm. Это очень красиво, очень ухоженные. У нас очень хорошая косметика, потому что, так как я владелица, я сама на себе все тестирую, пробую, делаю прически, макияж, ногти. Скажу вам так, все-таки нюдовый цвет, он всегда будет в тренде, он всегда остается богатым. Конечно, маникюр френч, это вы же понимаете, каждая леди делает себе красивый френч. Но я скажу, что в моем салоне моя команда, мы уже 20 лет на Украине, и каждый день... Как, знаете, каждый день он что-то для нас, для меня лично показывает новое. Что вот, знаете, приходит девушка, говорит, я хочу покраситься. Я говорю, но она уже не уверена в себе. И я, как владелица, подхожу к ней, я говорю, здравствуйте, меня зовут Виктория, говорю, я владелица. И она такая, ой, вы извините, я говорю, да не, ничего страшного, говорю, я помогу вам, говорю, вы знаете, говорит, вот, говорит, я хочу что-то поменять. Конечно, собирается моя команда, подсказывает, в первую очередь, как правильно, знаете, даже сделать покраску, это очень важно, не просто там тяп-ляп сделать и отправить ее, нет. Мы максимально сохраняем структуру волос, чтобы волосы не были поврежденные в первую очередь. Ну и, конечно, для меня благодарность моих клиентов, і коли вони улыбаються і уходять довольні. А було таке, що приходить дівчина, каже, я хочу пофарбуватись, от не знаю як, з брюнетки я хочу різко в блондинку там, чи ще щось, і ви замість того, щоб її перефарбовувати, казали навпаки, там, не варто, в тебе гарне волосся, давай там краще щось з догляду зробимо. Вы знаете, очень часто приходят, особенно когда разводятся. Я хочу что-то сразу же. Вот пришла брюнетка, буквально недавно пришла, говорит, я развелась и хочу все, новая жизнь, хочу что-то поменять в себе. Я говорю, девушка, у вас такие красивые, длинные, черные волосы. Она говорит, я вас не спрашиваю, я хочу перемен. Я, конечно, моя команда ни в коем случае, я не допущу, чтобы они взяли, потому что я считаю, что, вы же понимаете, что такое с брюнетки перейти в блондинку. Это считается, что она лысая уйдет с нашего салона. Ну и, конечно, мы сели, пообщались, она выговорилась мне и поняла, что лучше останется при этом цвете, но максимально все-таки, вы же понимаете, волосы – это первое, что на девушку обращает внимание, когда красиво ухоженные волосы, когда легкий макияж. Ведь на сегодняшний день тренд, ви поймите, чим естественно, тим багаче. О, тут про це я хотіла поговорити, і про колір волосся, тому що, наприклад, на своєму досвіді я колись робила і амбре, фарбувала червоним волосся, тепер, слава Богу, я прийшла до натурального. І якщо зараз прослідковувати, що от з довжиною волосся натуральною, яка краща довжина і яка вона в тренді, тобто яку зберігають дівчата? Ну, зараз в основному каре. Каре, ага. То есть каре, либо, знаете, как говорится, вот как у меня длина, либо каре. Угу. Ну, либо, конечно, когда девушки там устают от длинных волос, они максимально делают такой, знаете, вот есть еще боб-каре, знаете, ага. Вот такое. То есть ты раз-два, знаете, это называется, утром встала, за 3 минуты сделала себе прическу. Опа, и пошла, знаете, как говорится, сразу на работу. Ну, в основном на сегодняшний день у нашей девушки, которые приходят, да, наши клиентки, это девушки, которые... с длинными волосами, ну и наши стилисты в первую очередь максимально сохраняют длину, но иногда приходят, хотят, чтобы максимально уйти без них, но мы стараемся все-таки по тренду, все-таки тренд сезона, потому что наш салон Victoria Family уже 20 лет, уже 21 идет. О. Хочу вот. Також запитати, як ви працювали під час карантину, так? Тому що багато панянок сиділи вдома і почалося там самостійне зняття Боже, манікюра, там... вій, і пішло поїхало. Як ви це пережили? Я вам скажу так, так как, повторюсь, я прийняла рішення, я владелиця, я прийняла рішення, я знизила ціни. В первую очередь, потому что все-таки украинские девушки – это самые красивые. И
моя команда в том числе была согласна с моим мнением, что надо снизить цены, и потому что когда они просто сели дома и делали себе маникюр, педикюр или красили, ну, реанимация тяжка потом, да? Это было ужасно. Ну, то есть я снизила цены, я сказала, что все-таки вы клиенты нашего салона, я ни в коем случае не буду, знаете, завышать цены, потому что карантин, свет, вода, зато нужно платить. Нет, я все-таки считаю, что лучше меньше, но качественно сделать, и она придет ко мне. А якось змінилися оці тренди в плані того, що дівчата почали менше нарощувати вії? Ні, там, наоборот. Робити, навпаки? Серйозно? Наоборот. Ви знаєте, після пандемії, дійсно, наоборот, як тільки, да, ми вийшли після карантину, все, у мене от на місяць вперед записи в салоні, ногті, педикюр, манікюр, лечення. Зараз, кстати, дуже актуально – це лечення волос. Реконструкція волос, тому що сонце, літо, ви ж розумієте, все-таки перепалені волоси. Ми максимально за нормальну ціну можемо зробити реконструкцію волос, ботокс волос, кератин, і вона уйде довольна, і слава Богу, плохих отзывов у нас нету, только хорошее. Тобто дівчата втомилися сидіти вдома і на повний тюнінг. Да, она приходит, она, допустим, пришла, она говорит: Виктория, вы запишите так, чтобы я утром пришла, а вечером ушла. Действительно, да, некоторые, конечно, там приходят раз в месяц, там раз в два месяца, но молодые девушки, они приходят у нас достаточно, раз в две недели они у нас... І, як говориться, на повний тюнінг. От мені цікаво, ми все ж таки говоримо про тренди, але все одно, тренди, вони, знаєте, навіть закладаються і в дитячому віці. От з якого періоду можна дівчатам експериментувати, там, ну, не знаю, років 8-10, зі своїм волоссям? Коли мама може такі, фух, ну ладно, ну пішли, давай зробимо те, що ти хочеш. От коли можна? Ви знаєте, зараз особливо сезон випускників. Ага. Боже. Вони приходять з мамами, і дівчатки... Там, ну ладно, вот недавно было, 15 лет. И она так стоит, говорит: мама, я хочу зеленую прядь. Мама такая, говорит: доча, успокойся. Нет, максимально они, конечно, родители до 18 лет хотят хотя бы сохранить, чтобы девочки, ну, не красились. Желтые, зеленые, серо-буро-малиновые. Вот. Ну, вообще желательно, конечно, как бы я бы рекомендовала после 18 лет. Хотя бы все-таки свой натуральный цвет, вы же понимаете, это совсем другой. Тем более, вот видите, вы все-таки после всего этого вы же остались, повернули. Вот. И, конечно, бы сохранить. Максимально сохраняйте, ну, во-первых, чем больше ты естественная, тем это классно, круто, и тебя замечают. Вау, слухайте, прям так сказала, і yeah. аж захотілося потім все це знову змити, зняти. Після ефіру так обов'язково зробимо. Є наостанок, можливо, розкажи, якісь такі глобальні помилки, які не варто допускати. Ну, от знову ж таки, говорили ми там з брюнетки різко перефарбуватись в блондинку, ну, лисою підеш з салону, да, грубо кажучи. Які ще помилки от не варто робити з собою? Як не треба точно експериментувати? Ну, вам скажу, что дома биозавивку не делают. Да, у нас тоже случаи были, что она сделала... Она в интернете, в Ютубе посмотрела, как делать биозавивку. Она пришла, у нее вот эта часть как-то так случайно, если так взять, она просто падала. Представляете? Я говорю... Она говорит: ну, я решила сэкономить. Я говорю: ну, вы же понимаете, что вы сами убиваете свои волосы. Говорю: ну, это же это химикат, это все-таки химия. Вы же наносите, говорю, состав специально, выдержать правильно, все же нужно сделать. Ну, к сожалению, вы же поймите правильно, все-таки сейчас на данном этапе люди экономят, что-то лучше дома сделать, а потом они уже приходят в салон. Точно так же с маникюром, они делают сами себе маникюр, настолько повреждают кутикулу, что потом, когда делают маникюр, ну, помните, сразу кровь течет, потому что она максимально уже все, что можно было сделать дома, сделала. Точно так же касается косметологии. Пришла себе, маску наложила, утром встала, она думала, что уже все, красавица. На самом деле нет. Я лучше, мое личное мнение, я лучше предлагаю прийти в салон к специалистам, которые правильно вам порекомендуют, что нужно сделать, нужно ли вообще что-то делать. Потому что, ну, зачем, если ты и так... Знаете, я вот благодарна своим родителям. Я красивая, я успешная, да, я каждый день работаю над собой. Но, девушки, обращаюсь к вам всем.
будьте в себе уверены. И поверьте, жизнь настолько вам вообще поменяется во всех смыслах, и всегда улыбайтесь, и жизнь улыбнется вам. А сьогодні ще день посмішки, я хочу нагадати. Знаєте, дивлюсь на ваше волосся, воно таке розкішне, і хочеться таке останнє запитання по трендах. Які зачіски цього літа в тренді? От видите, я спеціально прийшла. Да? Накручені такі легенько? Зараз да. Називається небрежні локони. Угу. Вот. Я вам скажу чесно, що я роблю укладку, і мені вистачає на 3 дні. Ого. Вау. Да. А секретик можна як виробити? У мене є спеціальний, ну вже, знаєте, стилісти мої знають, що треба для цього зробити. Я просто раз в місяць роблю реконструкцію собі волос, роблю ботокс для волос. Ну і, звісно, спеціальні у мене є шампуні, кстати, недорогі, тому що я вважаю, що не все дорогое, оно качественное. Іноді краще щось середнє взяти, що вона може дівчинка вдома помити собі голову і все остальное зробити. Вот. І прежде чем, звісно, такі локони, є спеціальний спрей. Кстати, приедете ко мне, обязательно расскажу. Хорошо. Спрей специальный есть, ну и правильная температура утюга. Это очень важно. Девушки, вы не думайте, что высокая температура, локоны будут дольше держаться. Нет. Нет, сразу, потому что чем 150 градусов, это нормальная температура, чтобы укладка держалась 3 месяца. При этом, что... Ой, 3 месяца. Было бы неплохо. Нет, прикольно, 3 месяца, 3 дня. Так как я каждое утро просыпаюсь рано, и у меня 5 раз в неделю тренажерный зал, и моя укладка, вы живете сегодня вот... Третій день, скажу вам. Клас. Чесно. Вот. Ну, робимо висновки. Легка хвилька. Да. Нюд. Нюд. Аби багатше виглядати. Обов'язково нічого не експериментуємо з волоссям. Тобто ми за натуральність. І що ще? Мужчинам це подобається, натуральність. І легкі локони. Казала про локони. Ще щось забула. Да. І не колимо губи там, да? Чи що ми... А, не робимо завивку. Не робимо вдома нічого. Вот, краще... Так, краще звертаємо до спеціалістів. Запотити, так, і бути красивою 100%, ніж експериментувати. Що ж, на цій б'юті, красивій паузі, ми з вами прощаємось. Дякую, що були з нами. Це був прямий ефір на телеканалі «Правда тут» і побачимо вже завтра. Ну і після перегляду цього відео одразу хочеться попросити вас завжди бути з нами, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути в центрі найцікавіших подій. А ще коментувати, натискати дзвіночок, аби не пропустити нового відео. We'll be right back.